В Приднестровье началось чипирование. На цифровой учет берут домашних животных. Таким образом, на кошках мы тренируемся быть цивилизованными людьми. Нас любят ставить в пример Америку или Европу. Как, мол, там правильно и безопасно все устроено. На улицах нет стай бродячих собак, не разносят бешенство кошки. В общем, чистота и порядок. Но как только заходит речь о налоге на домашних животных и обязательной стерилизации, тут протесты и возмущения. Собака, мол, моя домашняя, причем тут бешеные стаи на улицах. При этом армию бездомных собак и кошек каждый год пополняют домашние. Как это происходит, что с этим делать и зачем нужно чипирование? В сюжете Регина Васильчук. Прежде чем попасть в приют, Рекс долго скитался по улицам Паркан, а эту таксу нашли трясущуюся от страха и холода во дворе детского сада. Хозяин так и не объявился. Голубоглазого Макса подобрали с улицы едва живым. Эти хвостики выделяются на фоне остальных подопечных приюта, дворняжек. Но как они здесь оказались? Потерялись или их предали? Увы, собака ничего рассказать не сможет. Мы приехали в приют для животных организации помощи бездомным животным. Здесь на калитке есть вот такое вот объявление, где написано черным по белому: просьбу животных не подкидывать. Объявление здесь не просто так. Вот там вот в углу есть камера, которая практически каждый месяц снимает, как люди бессовестно приезжают вот прям сюда к калитке, выгружают котят, щенят в мешках. И, ну, в лучшем случае, в коробках. Руководитель приюта Ирина Плагова после каждого такого подарка под воротами пишет заявление в милицию и получает один и тот же ответ. Чтобы привлечь человека к ответственности, нужно доказать, что подкинутое животное его. А как это сделать? В большинстве стран проблему решили давным-давно. Всех животных обязательно чипируют. Вводим шприц. То есть и чипируем, то есть вводим чипсом. Знакомьтесь, своенравная кошка Луна – одна из десятка подопечных государственной ветклиники и первая зарегистрированная во всемирной базе чипированных животных. Всего 2 минуты, и чип с информацией о кошке, ее месте жительства и хозяина у нее под кожей. Теперь Луна сможет путешествовать по всему миру. Без такого чипа за границу не пустят. Если Луна потеряется, шанс, что ее вернут домой, в разы выше. Если, конечно, кому-то вздумается отнести кошку в место, где есть специальный сканер, и проверить, есть ли у нее чип. У нас это не принято. Обычно делают вот так. Это популярная группа в Инстаграме Zoohelp. Каждый день здесь десятки таких объявлений. Некоторые до сих пор ищут своих питомцев после новогодних петард и салютов. Большинство возвращается домой благодаря группе, но везет не всем. Скоро начнется весна, и объявления о пропаже затеряются среди объявлений о домкотят и пристраивающих щенят. Кошка приносит в год там 10 котят, эти 10 котят, из них минимум половина оказывается на улице, рожает еще 10 котят, еще, и этот поток просто не заканчивается. Волонтеры постоянно пытаются это разгребать, и ну, это просто капля в море, то, что мы делаем. Я пришла в абсолютно обычный двор на балке, сейчас кое-что проверим. Привет! Еще один. Откуда вы, зайки? Откуда? С неба упали или из лесу вышли? Официально проблему бездомных животных, в частности собак, полностью решили только в одной стране мира – в Нидерландах. Власти страны достигли этого, не причинив животным абсолютно никакого вреда. Они наделили животных их собственными правами и довольно серьезно наказывают людей, которые их бросают. Обязательная стерилизация и чипирование домашних питомцев дали результат. Но это Европа. В близкой и понятной для нас России ситуация изменилась всего пару лет назад, когда там приняли закон об ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинирование и возврат бездомных животных на улицы города. Но директор Московского фонда помощи городским животным говорит, этого недостаточно. Можно сколько угодно стерилизовать бездомных собак и кошек, но их армию каждый день пополняют сотни домашних. Государство пришло к пониманию того, что убивать плохо, так вот просто это сложно было до этого додуматься. Бывает плохо, но оно еще не пришло, оно пришло к пониманию, к дискуссии общественной, да, как, что делать с животными на улицах, как лучше, там, приют или выпускать на улицу. То есть идет достаточно большая дискуссия. Но пока еще наш законодатель не дошел до регулирования владельчества животных, да? А это огромная проблема. Как мы говорим, что бездомные животные рождаются дома, не для всех это очевидно. У нас законопроект, регулирующий отношения человека с домашними и бездомными животными, все еще не приняли. Инициатива президента лежит на столе Верховного Совета с 2019 года. Слишком много спорных моментов. Как наши люди отреагируют на налог на домашних животных и обязательное чипирование, ведь оно не бесплатное. Кто должен оплачивать стерилизацию для животных бездомных? И гуманно ли выпускать стерилизованное животное назад на улицу, где и всюду опасность? В разных странах мира на эти вопросы ответили по-разному. Вот этого красавца зовут Макс. Макс породистый, как вы можете видеть, и Макса предали хозяева. Если бы Макс жил, например, в Италии, иди сюда, да. то хозяев Макса вычислили бы по тому самому чипу и оштрафовали бы за жестокое обращение с животными. А вот в Америке бы чип для Макса мог стать спасательным кругом. Дело в том, что если безнадзорное животное там находит на улице и не видит признаков того, что он домашний, то есть если у него нет того самого чипа, то Макса скорее бы всего отвезли в приют, где продержали максимум 5 дней, а потом бы усыпили. Пожалуй, самый острый вопрос для обычных людей во всей этой истории – деньги. С этим столкнулись и в России 3 года назад, когда приняли закон, в котором написано «регулировать численность бездомных животных, убивая их, запрещено». Раньше проблему дворняк у них решали так же, как и у нас сейчас – отстрелом. У людей возник резонный вопрос – где брать деньги на содержание и стерилизацию животных? Разве в стране нет проблем посерьезнее? Если мы посчитаем, что такое регулирование численности – это отлов, это транспортировка, это все равно карантинирование на предмет выявления, да, общих заболеваний между человеком и животным для того, чтобы избежать эпидемии. А потом эвтаназия и утилизация. То есть все то же самое мы делаем, только вместо эвтаназии мы стерилизуем. То есть примерно стерилизация и стоимость вот этой вот эвтаназии, это примерно стоимость, она сопоставима. То есть все равно государство эти деньги тратит. Что понятно, что убить лопатой – это бесплатно. Вот. Но вопрос такой, хотим ли мы жить в обществе, где какие-то люди десятками животных ежедневно убивают лопатами. Что касается домашних животных, будет ли бабушка в селе стерилизовать и чипировать всех своих кошек за свои деньги? На самом деле таким бабушкам уже давно помогают наши общественные организации. По президентскому гранту мы простерилизовали больше 250 животных в прошлом году за 6 месяцев. Это были льготные категории людей, либо те животные, которые доставлялись к нам в приют. Но мы еженедельно возим по 10 животных, еженедельно. Раньше мы даже по 2 раза в неделю. Желающих очень много. И для людей малоимущих, я считаю, что должна быть льготная стерилизация, должны быть скидки. До опыта других стран, где, чтобы завести кошку, нужно пройти специальные курсы и сдать экзамены, а за собаку платить ежемесячный налог, нам далеко. Но в обществе постепенно появляется запрос на гуманность. Кошка все чаще друг, а не мышеловка. Собака – компаньон, а не охранник. Защищая их, мы защищаем себя. Стаи бездомных собак исчезнут с улиц только тогда, когда мы задумаемся, почему они там появляются. Регина Васильчук, Владимир Погонь, Александр Зеленский. Отражение.